Всем привет! Привет, Анапа! Решила вам записать коротенькое видео, показать. Шикарная погода. Кстати, вода теплая, пробовала. Хожу, выискиваю камушки. То есть настоящий аквариумист не отдыхает даже на отдыхе. Уже нашла пару интересных коряк. Но вот думаю, как их провести. Есть только контрабандой. Хожу, как бы рыщу, ищу на пляже камушки. Потому что я хочу запустить севилий. И вот ищу им такие плоские камушки. Уже нашла несколько штук. Потом, когда приеду в Питер, обязательно вам покажу. Ну, выбор здесь, конечно, огромный. Смотрите, какое море. Это, кстати, вода очень чистая, несмотря на то, что у берега водоросли. Ну, такие небольшие, старые, видимо. А вода прозрачная вообще. И теплая, кстати. Ну, что-то я как-то не рискнула залезть в воду. Хотя тут есть моржи. Но я не морж. Так. Иду рыщу. Такое будет коротенькое видео, без всякой музыки. Я, конечно, понимаю, что я там наложила кучу музыки, которая будет забанена в ближайшее время. Но мне такое было настроение, мне захотелось именно эту музыку наложить. Везде авторское право, это право. Никакой это свободы полета мысли, души. Все нужно подстраиваться. Вон, смотрите, какие камушки. Всякие. Маленькие, большие. Я ищу такие камушки побольше. Это, кстати, в Анапе сейчас это с каждым днем как бы народу все больше и больше. Погода шикарная, хотя с утра было пасмурно. Вот хожу, рыщу. Я хочу дойти вот до той пристани, поискать. Кстати, здесь вы вчера видели, да, очень много лебедей. И я им сегодня купила картошку фри. И вот настолько умная птица, что даже эту гадость она есть не стала. Вот тоже камушки, но они для меня мелковатые. Я ищу покрупней. Вон, пожалуйста, маленькая коряга. Есть и ракушки от рапанов. Все встречается. О, хороший камушек, кстати. Вот, так что хожу, ищу камушки. Такие плоские, покрупнее. Пару штук нашла. Вообще море шикарно просто. Это завтра мы уже уезжаем. Ну, вот такой как бы небольшой отдых. Нам очень это повезло как бы с погодой, потому что там, где мы снимаем, в гостевом доме, там хозяйка говорит, что типа такой холодной весны и дождливый как бы в Анапе, в Краснодаре вообще еще не было. Что вот хожу, рыщу, может быть, чего-нибудь найду. Вот, нашла небольшой камушек, тоже его схватила. Вот хочу пойти вот на ту пристань, на которую нельзя там дальше определенного это место ходить. Вчера меня там наругали. Но сегодня хочу еще раз туда сходить, посмотреть. Так что приезжайте в Анапу, кто может. Погода шикарная. Тепло. Пока нет такой сильной жары, вообще классно и гулять, и все остальное.
Так что всем счастливо. Всем пока. Всем хорошего солнечного настроения. Море зовет, а я пошла дальше искать камни для нового запуска. Надеюсь, я что-нибудь насобираю более-менее приличное. Вон, смотрите, еще одна коряга. Вот, я нашла такие более такие лучше, конечно. Но вот думаем, как их вести. Так что всем спасибо, всем пока. Если понравилось мое отпускное видео, ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока.